Eklavya Visions представляет. Вызов. Бела слушает. Бела, зачем ты смотришь вперед? Посмотри направо. Нет. Нет. Брат. Теперь мы захватили все точки Аслама Беллы. Сейчас весь его бизнес и люди у нас в руках. Брат, клан Чамунда обязательно войдет в историю. Сегодня весь Бомбей трясется от страха при одном упоминании нас, четырех братьев. Джаган, самое главное, заставит Хушана, правую руку Аслама Беллы, работать на нас. Брат, а какой от этого толк? Он связующее звено между нами. Как только мы его схватим, то за два дня весь наркотрафик Аслама Беллы на сумму несколько миллионов долларов окажется у нас в руках. Но, брат, за такое короткое время его трудно, невозможно вытащить из-за стенков полиции. Джаган, история всегда повторяется. Взгляни в прошлое, и тебе все станет понятно. Убийство короля преступного мира Аслама Беллы.
Его правая рука Пхошан в застенках полиции. Инспектор Сандип. Да, сэр. Все в порядке? Да, сэр. Все готово? Да, сэр. Тогда утром. Хорошо, сэр. Завтра утром. Ровно в 7:30. Папа, спаси меня. Аджай. Папа, спаси меня. Добро пожаловать, министр. Добро пожаловать. Большое спасибо за то, что ты передал мне Пхошана. Отпусти моего сына. Конечно, мы его освободим. Когда дело будет сделано? Ты забыл, министр, что обещал пропустить нас через границу? Я помню. Поэтому приехал сюда на машине. Очень хорошо. Но запомни, тебе не удастся все время нарушать закон. У нас свои счеты с законом, министр. После ареста Пхошана закон нас прижал к стенке. А освободив Пхошана, нам пришлось нарушить закон. Отдай моего сына. Куда ты торопишься, министр? До тех пор, пока мы, Пхошан, и груз наркотиков
не пересечем границу. Вы и ваш сын нас. Режиссер Сунил Агнихотри. Майор Бхишма, я не хочу слушать ваши объяснения. Сэр, этот инспектор собирался помочь Пахтавару бежать. Замолчи, Бхишма, ты стал преступником, убив офицера полиции. Ты не имел права так поступать. Сэр, я не признаю такой закон, который берет под защиту предателей. Это не твое дело решать, кого должен защищать закон. Сэр, еще раз повторяю. Заткнись. Я не признаю такой закон. Заткнись. Кто ты такой, чтобы судить, кто прав, кто виноват? Бхишма — предатель. Если бы я оставил его живым, то судебный процесс продолжался бы несколько лет. И в конце концов его признали бы невиновным и освободили. Я отстраняю вас от службы на 2 месяца. Сэр, я не возражаю. Ступайте. Большое спасибо. Господин майор, зачем вас вызывали? Ничего особенного. Просто мой отпуск продлили еще на 1 месяц. Теперь я преспокойно поеду домой, буду есть домашнюю еду, приготовленную матерью, и развлекаться со своими братьями. Бахадур Синг, эта девушка плохо себя чувствует. Ее надо отправить в больницу. Я ей сейчас помогу. Сестра, сестра, не беспокойтесь. Я сейчас отведу вас в больницу. Пошли, осторожно. Что это такое? Где моя шея? У нее рука или молоток? Где моя шея? Давай быстрее доставай кошелек. Я Хвалдар. Хвалдар, ты у себя в участке. Давай, доставай кошелек. Достаю, достаю. Здесь все мое месячное жалование. О боже, что у меня с шеей? Она мне ее свернула. Возьми, дитя. О боже, моя шея. Забрала все жалование и дала мне это. Чай, сэр. Хансамок Синг. А где ворот Синг? Сэр, он, как всегда, приходит с опозданием. А где досье господина комиссара? Только ему это известно. Вы же мне ничего не даете на сохранение? Возьмите чай. Сделай доброе дело. Уходи отсюда. Когда Барут Синг придет, пришли его ко мне. Сэр, я давно замечаю, что вы его балуете. Возьмите чай, от вас остынет. Барут Синг в вашем распоряжении, сэр. Значит, пришел. Да, ступай. Надеюсь, вы помните, что я вам сказал, сэр? Да, да, помню. Ступай. Ухожу. Почему у тебя шея не сгибается, Барут Синг? Просто кривая, сэр. Просто кривая. Что с ней произошло? Если я шел по дороге, наткнулся на дерево и упал, то разве я виноват? Конечно, не виноват. Только твоя шея от этого пострадала. Сделай сейчас одно дело. Пойди и принеси досье господина комиссара, да, сэр? Иди. Да, сэр?
Инспектор Арджун? Инспектор Арджун у телефона. Сегодня ночью в отеле «Блю Парк» новогодняя вечеринка. На ней вы можете схватить несколько наркодельцов, включая господина Роберта, который приезжает из Гонконга. Алло. Алло. Роберт, передай мне коробку с наркотиками. Коробку? Какую коробку? Обыщите его. Сэр, у него ничего нет. Сэр, я понял, где может быть эта коробка. Где? Простите. Послушайте, в этом переулке очень темно. Вы можете меня проводить до угла? Пожалуйста. Спасибо. Я очень боюсь темноты. А вы не боитесь? Почему бы в этих темных переулках не поставить фонари? Ведь под покровом темноты кто-то может кого-то и ограбить. Это как? А вот так. Быстрее, отдавай мне все деньги, которые у тебя в кармане. А если не отдам? Тогда я разорву на себе одежду. А затем? Буду громко кричать. А затем? Затем соберу вокруг себя людей. И они тебя отдубасят как следует. А после этого? А затем придет полиция, и тебе дадут 7 лет. За попытку изнасиловать девушку. Давай быстрее, доставай деньги. Быстрее? Теперь придется достать. О, черт! Пошли, дорогая. А ты ничего, красотка. Я не из тех офицеров, которые уважают женщин. Я из тех офицеров, которые посягают на честь женщин. Потому что я безнравственный и подлый человек.
Я думаю, ты недавно прочла в газетах. Найден труп девушки в заливе Бандра. Кто-то ее изнасиловал, потом убил. Это проделал твой покорный слуга. Вот этими нежными руками. Говорили, что девушка связана с какой-то бандой. Что тебя связывает с Робертом? Я вам говорю, я не знаю никакого Роберта. Ты лжешь. Нет, я говорю правду. Я не знаю Роберта. Куда ты доставила коробку? Какую коробку? Которую тебе дал Роберт на новогодней вечеринке. Никто мне не давал ту коробку. Я украла ее. Хотела заработать деньги. Но в ней оказалась какая-то дурь, и я выбросила ее в канаву. Я предоставил тебе достаточно времени. И мне кажется, мне ни к чему больше сдерживаться. Господин, вы не можете так поступить. Только так я и поступлю. Господин, я, конечно, мелкая воровка, но до сих пор никто ко мне не притрагивался. Возможно, вы тогда мне поверите, когда я покончу с собой. Что это за глупости? Если бы кто-то раньше дал мне такую пощечину, тогда бы я на улицах не залезала в чужие карманы. Господин, все, что я вам сказала, это чистая правда. Если бы я работала с такими людьми, как Роберт, то сегодня вы меня не увидели бы в темных переулках. Я бы жила в роскошном отеле или на вилле. Послушай. Ты завязывай с этим делом. И выходи замуж за какого-нибудь хорошего человека. Заведи семью. Вы возьмете меня в жены? Я могу с вами завести семью? Ну как? Вас это отталкивает? Говорить легко. Трудно выполнить. Сэр. Барут Сингх, сделай одно дело. Да, сэр. Выпусти эту девушку и дай ей немного денег. И это тоже. Кажется, эта девица и господина охмурила.
Отдай мне это. Эй, хватит безобразничать. Не плачь. Что случилось? Я говорил тебе этого не делать. Банти, я ведь тебе не разрешал этого. Смотри, вся рубашка испорчена. Вся рубашка. Я запрещал тебе, Сима. Сурадж, ты когда приехал? Я пришел в тот момент, когда мой дорогой брат ругал своего сына Банти за то, что испортил рубашку, и звал на помощь Симу. Кто такая Сима? Я не знаю никакой Симы. Что ты скрываешь от младшего брата? Брат, ты инспектор, а я все же хозяин грузовика. Меня на мякине не проведешь. Прекрати спектакль. Говори мне быстрее, кто такая Сима? Я не знаю никакой Симы. Сначала скажи мне, чем ты теперь занимаешься? Перевозками. Я тебе все расскажу, но сначала угощайся сладостями. Брат, я подписал большой контракт с птицефабрикой на поставку яиц. Молодец. Я хочу, чтобы ты упорно работал и достиг больших успехов. Давай быстрее, умойся с дороги. Поужинай, а утром поедем в деревню. Кто это пришел так поздно ночью? Я посмотрю. Посмотри и умойся. Вы знаете? Вы и есть Сима. Откуда вам это известно? Я не только о вас знаю. Я знаю вашего мужа и ваших детей. Что это значит? Это значит... Ты что, спятил? Вы ему не верите, он ненормальный. Говорит всякую чушь. Заходите в дом. Заходите. Нет, я просто зашла вернуть вам деньги. Вы поверили мне. Я осознала свои ошибки. Для меня этого достаточно. И еще. Вам удается запугивать девушек, когда вы напиваетесь. Хочу вам сказать, я действительно испугалась. Брат, а ты говорил, что не знаешь никакую Симу? А это кто? Заткнись. Ну ладно, я тогда скажу ей, что вы не хотите жениться. Но все равно женитесь, и у вас будут дети. Сима, выслушайте меня. Что за чушь ты несешь? Это не чушь, а предсказание. Нашелся предсказатель. Давай, убирайся. Вот это Сурадж, хозяин грузовика. Он сам его водит. Я помог заключить контракт с моей фирмой на поставку яиц. И в этих яйцах он будет нам доставлять наркотики. Хорошо, что вы заключили с ним контракт. Но у нас есть и свои грузовики, надежные водители. Зачем он вам понадобился? Он понадобился потому, что Сурадж, брат инспектора Арджуна. Как я рада, когда рядом со мной трое моих сыновей. Когда эти двое сюда приезжают, я чувствую, что нас трое, но эти трое неблагодарные приезжают сюда всего на одну ночь. Брат, а почему бы нам всем вместе не жить в городе? Продадим всю землю в деревне и будем жить припеваючи. Какой ты глупец. Хочешь продать землю предков и жить в чужом городе? Я умру, но эту землю не продам. Но, брат, ты же говорил, что никогда не сердишься на младшего брата. Я пошутил, а ты на меня набросился. Никогда больше так не шути. Бишма. Сэр. 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 В чем дело? Сэр. Я подумал, что это не вы. С тобой что-то случилось? Сэр, однажды я влюбился в девушку из Колхапура. Она назначила мне свидание на ринге. Я пошел туда. Откуда я знал, что ее отец — борец?
Он три раза положил меня на лопатки. А на четвертый сказал: «Я тебя здесь зарою». Харат Сингх, прибыл по вашему приказанию. Сэр, я пойду. Но вы помните, что я говорил? Да. Идите. Спасибо, сэр, спасибо. Который час? 12 часов, сэр. 12 часов. Да, сэр. Это полицейский участок или театр? В театре представление начинается в 12 часов. Ты что, в театр пришел, дурак? Постой, слушаюсь. Как ты себя чувствуешь? Все в порядке, сэр. А шея? Крутится, сэр. Жена, дети? Жена, дети? Тоже в порядке, сэр. Деньги у тебя есть? Деньги? А почему вы спрашиваете? Когда она придет? Кто, сэр? Сима. Сима. Та самая, да. Нельзя ей доверять, сэр. Если ее утром встретите, весь день будете ходить голодным. Заткнись. Сэр, я вчера вечером был у нее дома. Она сегодня собирается прийти. Когда? Вечером в 4 часа. Вечером в 4 часа. А ты не мог пригласить ее утром? Болван. Что за люди в полицейском участке? Запомни, девушек приглашают утром, а преступников вечером. Ступай, болван. Девушек утром, преступников вечером. Теперь до меня что-то дошло. Сэр, вам просили передать это письмо. Господин, когда днем не находишь себе места, а ночью мучает бессонница, говорят, что человек влюблен. То же самое сейчас происходит с вами и со мной. Если у вас в сердце есть хоть какая-то любовь ко мне, то сегодня в 4 часа обязательно приходите на Марджара Хиллз. Если и днем нет покоя, и ночью мучает бессонница, значит, пришла любовь. То же самое сейчас происходит и с тобой, и со мной.
Давай быстрее загружай машину. У меня мало времени. Давай, дядя, оформи накладную. Я же не сплю, я делаю свою работу. Эй, дядя, я тоже не собираюсь здесь торчать целый день. Не мешай мне работать. У меня нет времени. Сегодня вечером я встречаюсь со своим братом. И скажи, куда я должен доставить свой товар? На Чанди Чаук. Порошок? Порошок? Столько дней работаешь и не в курсе дела? Ты что, слепой? Давай, вези. Конечно, отвезу дядя. Но не по твоему адресу, а в полицию. Задержите его. Я отрежу тебе язык. Попробуй только дать показания против братьев Чамунда. Теперь тебе все известно, да? Нет. Нет, брат. Не надо его так безжалостно убивать. Посмотри, какой невинный. Бедняжка. Разве такое невинное дитя должно мучиться перед смертью? Бей меня. Бей. Но не думай, что если ты убьешь Сураджа, солнце навсегда закатится. У меня два брата. И когда встанет солнце, то оно превратит клан Чамунду в пепел. Ты очень гордишься своим братом? Очень его любишь? Но ты не представляешь себе силу братьев Чамунда. И твой Арджун скоро последует за тобой. Нет, это ты не представляешь себе силу брата Бхишмы. Когда он узнает о моей смерти, он сметет вас с лица земли. Подожди, мадам, не убивай его. Он умрет. Но умрет тогда, когда это будет в наших интересах. А какая нам будет польза от его смерти? Это очень старая история, мадам. Я когда-то работал в деревне. Деревня затерянная в лесу. В этом лесу не тигры, а два пса наводили на всех ужас. Жители деревни боялись проходить через этот лес. Однажды в деревню приехал опытный охотник. Когда он узнал об этих злых псах, тогда этот охотник безоружным пошел в лес, всего лишь с высохшей костью в руках. И как только эти два пса появились перед ним, то он эту кость бросил между ними. И после этого эта кость оборвала все отношения между псами. Мы все поняли, брат. Поняли? Тогда иди и сообщи второму псу Бхишме, что это высохшая кость у тебя. Что здесь делает этот шалопай? Что у него на уме? Зачем он приехал в деревню? Послушай. Эй, уважаемый, иди сюда. Тебе, наверное, я нужен. А я к тебе не пойду. Иди же. Что стоишь? В чем дело? Можешь мне сказать, где живет Бхишма? А ты кто такой? Я его друг. Сейчас его нет дома. Он на складе. Иди до конца переулка. Там у него склад. Иди туда. Большое спасибо.
чего ему все-таки надо в деревне? Мангал Сингх, опытный конь из Кативьяра. Наверное, какое-то темное дело. Хишма? Хишма? Кто там? Кто в такую рань вспомнил Бхишму? Тебя зовут Бхишма? В мире много людей по имени Бхишма. А я тот Бхишма, которого знает Арджун и Сурадж. Значит, я пришел по верному адресу. Меня Арджун прислал. Арджун тебя прислал? Что ж сразу не сказал? Что стоишь на улице? Садись, проходи. Как поживают Арджун и Сурадж? У них все в порядке? Не сказал бы. Поэтому мне и пришлось сюда приехать. Не морочь мне голову. Скажи, что с ними случилось. Какие-то трудности? Кажется, ты наивный человек, поэтому я тебе сочувствую. Ты такой простодушный, что я не осмеливаюсь тебе сказать, ради чего я сюда приехал. Ну что поделаешь. Профессия заставляет меня выложить все как на духу. Если будешь пудрить мне мозги, получишь по башке. Говори, в чем дело. Арджун требует свою долю наследства. Негодяй. Ты что, пьян? Гнусный адвокат. Как ты смеешь такое говорить о моем брате? Солнце может взойти на западе, но мой Арджун не мог так сказать никогда. Солнце может опуститься на землю, но мой брат не может так низко попасть. Ты лжешь, лжешь. Зачем мне это нужно? Я адвокат. Если ты не веришь мне, то он сможет довести дело до суда. Что за чушь ты несешь, мерзавец? Если ты не остановишься, я отрежу тебе твой поганый язык. Отпусти его. Я приехал по его просьбе. Он просил меня защитить его интересы. Я не знаю, какие у вас отношения. Если не веришь мне, вот посмотри, его заявление. Смотри. Его заявление. Мангал Сингх, надо воспользоваться таким случаем. Надо свести с Бхишмой старые счеты. Сводный брат никогда не будет родным. Это же мой родной сын. Не может он потерять стыд и совесть. Возможно, я в чем-то виноват. Эй, уважаемый, куда ты так торопишься? После того, как Бхишма с тобой расправился. Ты же говорил мне, что Бхишма твой друг. Как же дружба переросла вдруг во вражду? Что ты этим хочешь сказать? Я хочу сказать этим следующее. Я живу в этой деревне. Меня зовут Мангал Сингх. Я опытный конь из Хативьяра. И что же мне теперь делать? Одного я не могу понять. Арджун так любил Бхишму. Как же он так изменился? Или ему кто-то в этом помог? Послушай. Ты знаешь Арджуна? Очень хорошо знаю. Арджун и Сурадж меня уважают. Я только хочу свести с Бхишмой старые счеты. Послушай. Если мы объединимся, то Бхишме крышка. Таким образом. Слушай, Бхишма считает меня своим другом. И я могу извлечь выгоду из этой дружбы. Я тебя не понимаю. Господин, если на выгодных условиях я могу предать Бхишму, то это ведь нельзя назвать предательством. Теперь ясно? А по внешнему виду не скажешь, что ты такой сообразительный. Вот как раз в этом я и хотел тебя убедить. Я тот самый муравей, который может свалить
даже сильного слона. Поехали со мной. О, Боже! Мангал Сингх, ты приехал в нужное место. Теперь мне судьба улыбнется. Я много раз бывал в Бомбее, но никогда не видел такое представление. Это прекрасное зрелище. Прекрасное. У тебя, кажется, длинный язык. Если будешь много болтать, то брат тебя пристрелит. Что еще за брат? Значит, этот тип. Никакой я тебе не тип. Меня зовут Мангал Сингх. Опытный конь из Хатерьяда. Мадан, ты ему объяснил, что он должен делать? Я все понял. Ты хочешь одним ударом сокрушить всю семью. Считаю, что этой семье уже крышка. Я все сделаю. Подумай еще раз, Мангал. У тебя, с одной стороны, Арджун далеко не дурак, а с другой стороны, Супермен Бхишма. Что же тут думать? Что из того, что Арджун офицер полиции? Я своими руками его нянчил. Вот только Бхишма — крепкий орешек. Его голыми руками не возьмешь. Теперь Бхишма узнает, что представляет собой Мангал на самом деле. И это ему не понравится. Мангал Сингх, я был в полицейском участке. Мне там сказали, что ты дома. Поэтому я сюда и пришел. В чем дело, Мангал? Сначала накорми меня. За обедом поговорим. Я очень проголодался. Что случилось? И что только не случилось. Ты стал большим человеком, но по-прежнему наивен. В детстве я тебя нянчил. А теперь совесть заставила меня сюда прийти. Просто я не хотел бы... Я бы не хотел, чтобы Бхишма... Что случилось с ним? Бхишма любил тебя и Суруджа, но когда дело зашло о разделе земли, его словно подменили. Словно подменили. Я не верю. Ты не знаешь, Арджун. Он требует своей доли. Его алчность не знает границ. Никакие родственные отношения ему не помеха. Ведь Бхишма тебе не родной брат, а сводный. Мангал, попробуй еще раз назвать Бхишму сводным братом, и ты увидишь, что будет. Я разорву тебя на части. Можешь меня побить, а я-то считал тебя своим другом, поэтому и приехал сюда. Если можешь, иди и спаси своего братца, Суруджа. Что случилось с Суруджем? Скажи мне правду, что с ним? В каждом доме делят собственность. Но ни один брат не претендует на долю другого. Но Бхишма настолько потерял голову, что теперь может убить Суруджа. А третью долю он вообще не хочет никому отдавать. Он вас двоих по миру пустит. Вы же для него не родные. И останетесь с носом. Он присвоит себе все имение. А вы будете сидеть сложа руки. Подумай как следует. Подумай, что Мангал Сингх тебе сказал. Попробуй сказать что-нибудь дурное об Арджуне, тварь. Я Арджуна прекрасно знаю. Убирайся отсюда. Попробуй еще раз появиться в моем доме. Осел из Хакивияра. Арджун не только мой брат, он моя душа.
Он свет моего дома. Я ради него жизнь могу отдать. Не задумавшись ни на минуту. Я знал, что эта горькая правда будет тебе не по нутру. Но попомни мои слова, Бхишма. Иногда от этого светильника может загореться весь дом. Меня зовут Мангал Сингх. Я опытный конь из Хативьяра. Еще встретимся. Вода. Тебе не повезло, что твой брат, инспектор Арджун, убил моего брата, Чагана. Когда ты попадешь на небо, скажи Богу, чтобы Арджун больше никогда не появлялся в следующих рождениях. Иначе Чамунда его убьет своими руками. Молодец, Мангал Сингх. Просто молодец. Слушай, в детстве мама говорила мне, что мне на роду написано, я буду вести роскошную жизнь. Выходит, астролог не ошибался? Не ошибался ведь? Да, Мангал Сингх. Астролог верно сказал. Но ты еще не до конца выполнил свою работу. Не беспокойся, я все сделаю. Дай мне пока насладиться роскошной жизнью. Роскошная жизнь у тебя еще впереди. Сначала сделай одно дело. Эй, господин, зачем вы меня отвлекаете? Мне это не нравится. Но раз это так важно, я это сделаю. Алло. Арджун. Это Мангал Сингх. Да, Мангал. Произошло несчастье. Я тебе раньше говорил, что Бхишма сошел с ума. Если ты хочешь спасти своего младшего брата, то поезжай в парк Данапура, и там его увидишь собственными глазами. Приезжай скорее. Ну вот, господин, я выполнил твое поручение. А теперь дай мне поесть. Нет, Мангал. Тебе предстоит еще одна маленькая дельца. Верно сказал астролог, что ты будешь вести роскошную жизнь. Конечно. Но, возможно, астролог забыл сказать твоей матери, что тебя ждет смерть во время роскошного приема.
Сурадж, посмотри на меня. Это твой брат, Арджун. Хишма! Арджун, это ты? Убив брата, ты доказал, что ты мне не родной брат. Что? Сурадж, не притворяйся. Едем со мной. Едем. Арджун, Хишма, прекратите, что вы делаете? Вы здесь затеяли драку, а там ваш брат лежит на похоронных носилках. Возьми факел, Пхешма. Подожди. Дай его мне. Я не дам убийце Сураджа совершить погребальный обряд. Я хорошо знаю, чьи руки обогрены кровью. Арджун, я могу тебе ответить. Но сейчас дай факел мне. Не смей называть Сураджа братом, ты убийца. Посмотри, какая страшная буря. И в этом доме тоже все вверх дном. Этот мрак не только на улице, но и у нас в доме. В такую же страшную ночь ваш отец ушел из жизни, оставил меня одну. Тогда я прижала вас троих к груди и подумала, что мои дети сделают мой дом раем на земле, помогут мне совладать с горем. Но сегодня меня раздирает то же самое горе. Сурадж покинул меня. Его погребальный костер еще не остыл. Слезы матери еще не высохли. А вы оба убили во мне веру. Вы оба жаждете крови друг друга. Мама, когда человек становится алчным, он обрывает все связи. Ты верно сказал. Это алчность тебя толкнула на убийство Сураджа. Я не убивал его.
ради осуществления своих гнусных замыслов. Ты на все готов. Арджун! Бишма, ты что, совсем сошел с ума? Нет, мама, это он сошел с ума. Он убил Суриджи. Нет. Я его не убивал. Это ты его убил. Спроси Мангал Синха. Он это может подтвердить. Не Мангал Синх, а твой адвокат может подтвердить твою вину. Адвокат, которого ты прислал, чтобы получить долю наследства. Адвокат? Что ты еще придумал? Почему вы оба блуждаете в темноте? Кто такой Мангал Синх? Кто такой адвокат? Кто-то вас сделал жертвами грязной игры. Подумайте. Когда Сураджу было плохо, вы оба приходили ему на помощь. Разве кто-нибудь из вас мог убить Сураджи? Это происки врагов, которые хотят разрушить нашу семью. Бишма, ты же старший. Как ты не можешь понять? Я понимаю. Это все происки того Мангала Синха и адвоката. Они от меня не уйдут. Я клянусь тебе, мама. Я не оставлю в живых убийц Суриджи. Не ты. А закон накажет убийц. Закон не может помешать мне отомстить за убийство брата. Нет, сынок. Послушай, что говорит Арджун. Суд должен вынести приговор убийцам. Беспомощный суд не может наказать преступников. Я, конечно, подожду несколько дней, но после этого я сам буду вершить суд и справедливость. Это тот самый парень. Будь осторожен. Вы его знаете? Да, господин, это Сурадж. Он еще не приехал. Не пытайся притворяться. Ты прекрасно знаешь, что его убили. Убили? Клянусь Богом, мы ничего не знаем. Я выяснил, что Суриджи убили 10 числа этого месяца. Я хочу знать, кто в этот день был на дежурстве. Мы оба, господин. На работу вышли 5 шоферов. Суриджи был среди них. И где эти 4 шофера? Позови их. Я их должен допросить. Где же мне их найти, господин? Прежде чем я вернусь в полицейский участок, разыщи их. Понял? Здравствуйте, господин. Доброе утро, господин. Шинде, проверь каждую машину, каждый грузовик на трассе Бомбей-Пуна. Ни один транспорт не оставляй без проверки, понял? Сэр, вы вызывали этих 4 шоферов? Они здесь. Где они? В камере. Идем. Говорите, что вы знаете об убийстве Суриджи? Мы ничего не знаем, господин. Холдер. Выйдите в коридор. Я должен с ними поговорить. Уходите все. Oh!
Господин, я должен встретиться с господином инспектором. Что? Я должен встретиться с господином инспектором. Что сказал? Что там происходит? Наш начальник играет в крикет. Нам скажи, в чем дело? Я должен заполнить протокол. Когда инспектор освободится? Говори. Сэр, не надо их так сильно бить. Говорите, кто убил Суруджа? Оставьте их, сэр. Оставьте их, сэр. Согласно разработанному плану, мы совершили рейд по разным точкам, но не напали на след убийц. Вы описали внешность Мангал Сингха, но мы не нашли ничего похожего на него. Однако несколько дней назад полиция Магдала обнаружила одно неопознанное тело, которое очень напоминает Мангал Сингха. Есть фотография? Ты можешь идти. Только Мангал Сингх мог нас вывести на этих убийц. Что мне теперь сказать Пхишме? Этому придурку инспектору Арджуну мы так заморочили голову, что он всю жизнь будет оставаться в неведении. Это каким образом? Я прикончил его брата и посеял между ними вражду. Так что теперь между Арджуном и его сводным братом военные действия. Барут Синг слушает. Могу я поговорить с инспектором Арджуном? А кто это говорит? Послушайте, у меня есть для него важная информация. Я все время ломал голову. Почему полиция в курсе всех наших дел? Был только один способ поймать тебя с поличным. И, наконец... Эй!
Если бы я вас не встретила, то, возможно, уже... Почему этот адвокат собирался тебя убить? Это никакой не адвокат. Это Чиган, брат короля преступного клана братьев Чимунда. Они убили Сураджа. Как ты можешь это утверждать? Я до сих пор работал с братьями Чимунда. Была какая-то необходимость? Да. Я хотел отомстить за убийство членов моей семьи. В прошлом году братья Чимунда убили инспектора. Мой отец был очевидцем этого убийства. Благодаря его показаниям им могли вынести смертный приговор. Поэтому они убили не только моего отца, но и мою маму, и моего невинного брата. Чтобы отомстить братьям Чимунда, я начала с ними работать. И всю полученную информацию я тайно передавала Арджуну. Ты больше не будешь этим заниматься. Я отомщу из-за тебя. Ты все время выгуливаешь собаку. Твой парень тебя не ревнует? Нет. Наша жизнь хуже жизни этой собаки. Смотри, как она о ней заботится. Как прижимает ее к груди. Если бы мы были на месте этой собаки, то она тоже бы нас прижимала к груди. Какие мы несчастные. Работаем день и ночь. А наш босс развлекается со своей девчонкой. Не знаю, когда нам повезет. Когда мы тоже будем развлекаться. Видно, это у нас на роду написано. Нести службу. Службу на солнцепёке. Что вы два олуха здесь делаете? Мы на службе. А ты как здесь оказалась? Ты что, бросила ту работу? Я завязала со своим бизнесом. С каких пор? С тех пор, как ваш босс меня ограбил. Ограбил? Наш босс тебя ограбил? Это же подпадает под статью 379. Если ты подашь заявление, мы его арестуем. Нет, я вместе с вами сейчас пойду и арестую вашего босса. Хорошо. Почему вдруг свет погас? Может быть, пробки перегорели? Иди проверь. Осторожно.
Я не привык много говорить. Где братья Чамунда? Мы не знаем, правда? Второй раз спрашиваю. Третьего не будет. Где братья Чамунда? Мы правду говорим, уже несколько дней они сюда не приходили. Хорошо, я дарую вам всем жизнь. Когда братья появятся, скажите им, Хишма приходил. Хорошо? И снова придет. Странно. Не оборачиваясь, ты меня узнал. Тепло твоих рук я помню с детства. С чем пожаловал? На тебя поступила жалоба. Ты ворвался на склад братьев Чамунда и угрожал их убить. Кто такие братья Чамунда? Не притворяйся. Если братья Чамунда убийцы Сураджа, то они понесут наказание. Но не надо вершить самосуд. Закону нужны доказательства. А мне не нужны доказательства. Преступник тот, кто нарушает закон, не располагая уликами. Я не позволю тебе стать преступником. Арджун, скаковая лошадь не останавливает во время ипподромных гонок. Брат, постарайся понять, что я говорю. Не нарушай закон. Возвращайся обратно в деревню, пожалуйста. Арджун, пройдись по улицам города и внимательно слушайся. Ты услышишь стоны нашего Суруджа. Я не могу покинуть этот город, не расправившись с убийцами брата. И я это сделаю. Выслушай меня внимательно еще раз. Я офицер полиции. И надевая на тебя наручники, я забуду, что ты мой брат. Прости, инспектор. Сигарета выскользнула из моих рук. Если огонь сам по себе не гаснет, его тушат. Верно. Ты должен был арестовать Хишму за то, что он ворвался на наш склад. В криминалистике есть такое слово — доказательство. Без доказательств не только невиновный, но даже виновный не понесет наказания. Что ты болтаешь? Значит, ты до сих пор не арестовал преступника? Преступнику надо вынести смертный приговор, господин Дхава. Имейте терпение. Что ты хочешь этим сказать, Арджун? То, о чем ты думаешь, господин Мадан. Хишма ворвался на ваш склад. А это означает, что вы связаны с убийством Суруджа. Но закон требует доказательств, к сожалению. И как только я добуду эти доказательства, я брошу вас в тюрьму, как бешеных псов. В этот дом ты сам пришел, инспектор Арджун. Но отсюда тебя вынесут в виде трупа. А в департаменте полиции ты будешь числиться пропавшим без вести. И это должно быть, звонит господин комиссар. Я проинформировал его о том, что встречаюсь с двумя кобелями. Можно снять трубку? Спасибо. Алло. Хаван, это я, Чхаган. Да, господин комиссар. Инспектор Арджун слушает. Инспектор Арджун?
Что ты там делаешь? Мои братья тебя до сих пор не застрелили? Они собирались это сделать. И в это время вы позвонили. Через 2 минуты я отсюда ухожу. Перестань болтать. Передай трубку моему брату. Хорошо, я оставлю трубку на столе. Если услышите выстрелы, то мобилизуйте все части полиции и арестуйте этих псов. Я слышал, вы любите рассказывать различные истории. Я вам сегодня расскажу одну историю. Это история о тигре, которого мучила жажда. В поисках воды он пошел в другой лес. Там он встретил 2 тигров. Они его остановили. Сказали, ты не будешь здесь пить воду. Тигр не испугался и напал на тех 2 тигров. И потом выяснилось, что это были не тигры, а 2 осла. Когда эти ослы спросили, как он догадался, что они не тигры, а ослы, он ответил, это очень просто. Тигру не надо доказательств, что он тигр. Точно так же охотник никогда не говорит, что собирается стрелять. Охотник просто стреляет. Я тоже как тигр, которого мучает жажда. Как только у меня будут доказательства, я сразу же вас 2 Господин комиссар, это не комиссар, это Чхаган. Чхаган, ты? Значит, он с тобой так долго разговаривал? Брат, он вас всех одурачил и убежал. Простите, инспектор. Да. Я должен встретиться с инспектором Арджуном. Инспектор Арджун? Его перевели в другое место. Перевели? Но куда? В Джамутали. В Джамутали? Но вчера он был здесь. Был. Но теперь уже нет. Хорошо, спасибо. Идем. Арджун. Брат? Брат? Что ты делаешь в моем кресле? Тебя не было. Я решила поработать вместо тебя. В чем дело, брат? Что это ты вдруг решил прийти в полицейский участок? Я пришел сказать, что не надо больше опираться на закон. До сих пор он тебе ничем не помог. Значит, ты пришел дать мне совет. В этом есть необходимость. Взгляни на эту девушку. Братья Чамунда убили ее родителей. Они обращались за помощью к слугам закона. Она знает, где найти преступников. Но до сих пор ты ничего не сделал. Ты ничего не сделал, находясь под этой крышей. Если ты посмотришь на солнце, то ничего не увидишь. Хорошо, ты мне ответил. Идем, Дипа. 1 минуту. Куда вы идете? В кинотеатр Гаити. Вы тоже можете нам составить компанию? Нет, спасибо, я на дежурстве. Окей. Ладно. Они пошли в кино. Прочитали нам лекцию. Можно мне сказать? Говори. Пойдем и мы в эти выходные. Сядем на боковые места. А если все билеты уже будут проданы? Тогда будем просто смотреть кино. Ты иди и садись. Я сейчас подойду. Я в библиотеке встретила Суприю. У нее день рождения. Она и тебя тоже пригласила.
Завтра? Да, завтра. Вкусный. Дайте мне два пакета. Какой наглец. Какие у вас симпатичные сандалии. Снять. Разве я заслуживаю наказания? Ты убил моего брата. Я не убивал. Это брат его убил. Я не виноват. Нет, нет. Я этого не делал. Я его не убивал. Я его не убивал. थिएटर की लाइट ऑन करो जी साहब।
Успокойтесь, успокойтесь. Арджун, это ты? Ты же говорил, что у тебя не хватает времени, чтобы ходить по кинотеатрам. Только что убили Мадану. Одного из братьев Чамунда. Что, Мадану убили? Хорошая новость. Одним дьяволом стал меньше. Но Мадану убили где-то на улице. Что ты здесь делаешь? Я ищу преступника. Здесь. Преступник не в кинотеатре, а где-нибудь на складе прячется. Там его ищи. Дай людям фильм посмотреть. Преступник сидит передо мной. У меня только нет улик, чтобы его арестовать. Кажется, вы заблуждаетесь. Мы с самого начала здесь смотрим фильм. Вы оба заодно. Ваши показания недействительны. Ладно, если ты не веришь Дипе, тогда спроси кого-нибудь другого. Можешь, например, этих девушек спросить? Этот человек здесь с самого начала? Да, господин инспектор, такой наглый. До сих пор к нам пристает. Брат, человек может убежать, но он не обгонит время. Закон все равно вас настигнет. Попомни мои слова. И песни были неплохие. Дипа, с твоей помощью я сделал первый шаг на пути мести. Спасибо. Бишма, сынок, я сейчас у Арджуны. Приходи туда немедленно. Твоя мама.
Эй, останови машину. А в чем дело? У тебя на крыше человек. Останови машину. Брат? Где мама? Я тебе потом позвоню. А в чем дело? Ты выглядишь обеспокоенно. Я сейчас не в полицейский участок пришел, а к своей матери. Если ты совершил преступление, у тебя нет права встречаться с матерью. У тебя нет никаких доказательств против меня. Бишма? Мама. Что случилось? Сынок, дурная примета. Лампада погасла. Мама, это просто стечение обстоятельств. Оба сына с тобой. Какая может быть дурная примета? Мама, ты так неожиданно приехала в город? Вчера ночью мне приснился кошмарный сон. Как будто и тебя, как Сураджа, хотят отнять у меня. Мне захотелось вас обоих увидеть. Я обижена на вас. Оба живете в городе и отдельно друг от друга. Мама! Налево, налево. Налево тебе сказали. Проезжай, проезжай. Осторожно. Арджун, я не могу тебя выдать ордер на арест братьев Чамунда.
У нас нет против них никаких улик. Хватит, сэр. Закон признает только одно слово. Улики, улики, улики. Я устал от этого. Когда мы собираемся что-то предпринять, из-за отсутствия улик нас постоянно останавливают. Сэр. Сегодня у меня погибла мать. Сегодня погибла моя мама. Завтра погибнет кто-то еще невинный. Ведь такое тоже может случиться. Завтра у вас дома кто-то погибнет. И что вы будете делать? Искать улики, да? Арджун, я понимаю твои аргументы. Понимаю. Я хочу вам сказать. Я с детства слышу, что у закона длинные руки. Но, сэр, это совсем не так. Закон несовершенен. И из-за этого несовершенства погибают наши бойцы. После этого устраивают им торжественное прощание. Вывешивают фотографии, украшают их цветочными гирляндами. Родственникам выдадут какие-то деньги. А вы, большие люди, стоите и аплодируете. И в следующий момент обо всем забываете. Вы считаете, что ваших аплодисментов достаточно. Сэр, когда, наконец, наша страна избавится от этого отсутствия доказательств? Когда? Брат, плохие новости. Плохие новости? Да. Какие? Чхаган убит. Нет. Роберт. Да, брат. Сообщи Бихари, Анна и Карлосу, что завтра ночью в 12 часов Чамунда продает город Бомбей. Хорошо, брат. Вот это Бомбей. Город мечты, о котором бредит каждый индеец. Город, где мафия мечтает править миром. И сегодня я собираюсь продать этот город. Сегодня я выставляю на аукцион золотые ключи от города. Ключи, которые до сих пор были в руках братьев Чамунда. Я продаю их. Ради этого зачем тебе нужно было собирать такую толпу? Позвонил бы нам по телефону, и обо всем бы договорились Келейна, положили бы к твоим ногам почти все богатства мира. Нет. Чамунда более крупный торговец, чем ты. У меня под контролем масса притонов и казино. Мне не нужны деньги. Тогда что ты хочешь? Мне нужны эти два парня. Живыми. Только два человека? Да. Аукцион здесь начинается и здесь закончится. Я не понимаю, что это за сделка? Ты сам бы мог с ними расправиться. Да, мог бы.
Но уже 4 дня я не выхожу из дома. У меня траур по братьям. Я должен отомстить за их смерть в течение суток. Тому, кто выполнит это задание, я отдаю навсегда золотые ключи от Бомбея. Но где мы найдем этих двух парней? Они сейчас меня разыскивают. И наверняка уже в моем убежище. Давай сюда ящики. Осторожно. Где Чамунда? Я ничего не знаю, правда, ничего не знаю. В этой винтовке для тебя есть пуля. Говори, где Чамунда? Я ничего не знаю. Я тебе скажу, где Чамунда. Не убивай этого несчастного. Брат, это главарь преступного клана. Вот это, например, Анус с юга. А это Бихари. Он с севера. Сегодня враги страны перед нами. И теперь нам предстоит не месть, а великая битва. Это что такое? Арджун? Арджун. Что это? Какая-то посылка. Давай посмотрим. Это на ваше имя посылка. Держите. Куда же вы? Держите. Эй, малыш, это не игрушка. Не бери это в руки, не надо. Эй, кончай стрельбу, иначе я раскрою череп твоему братцу. Арджун, брат, не слушай этих трусов. Стреляй. Тебе угрожает смерть, а ты говоришь, не бойся. Нет, не стреляй. Я бросил оружие. Бросил. Это называется братской любовью. Бихари, мне даже в голову не приходило, что мы так легко их захватим. И теперь весь этот город у нас в руках. Вы знаете, за вашу жизнь братья Чамунда обещали нам золотые ключи от Бомбея. Ясно.
Но есть одна проблема. Город-то один, а вас трое. Как же вы его поделите? И еще одно. Кто из вас троих отведет нас к братьям Чамунда? Ты или ты? И, видимо, Бомбей будет принадлежать тому, кто отведет нас в Чамунда. А двоим из вас придется умереть. Только один останется жить. Так что вы решайте пока, кто из вас останется в живых. А я пока посижу с братом, хорошо? Ну давайте, начинайте. Давай садим здесь удобные места. Как ты думаешь, кто победит? Анна. Давай, Анна. А я думаю, Бихари. Нет, она будет победителем. Она победит. Смотри, какой он сильный. Нет, Бихари победит. Потому что жители Бихара очень сильные. Смотри, как его избивают. Сам посмотри внимательно. Это Анну избивают. Анна, сделай что-нибудь. Один готов. Два остались. Теперь из них двоих она точно победит. Поспорим, я говорю, Бихари выйдет победителем. Если Бихари победит, то я убью Чамунда. А если она победит, то я убью Чамунда. Решено. Вот кто победитель. Двоих уложил. А сам остался. Молодец. Пойдем, поздравим его. Он же победитель. Поздравляем. Поздравляем. Ты совершил настоящее чудо. Давай. Позвони Чамунда. Давай, звони. Мы хотим с ним встретиться. Сейчас позову. Давай, зови быстрее. Это Карлос. Я уложил тех цыплят. Быстрее приезжайте. Карлос, ты выполнил свое обещание. Сейчас я убью этих двоих и выполню свое. Oh!
Это борьба человека с дьяволом. Когда дьявол, Раван, поднимает голову и вершит несправедливость, человек бросает ему вызов. Бросает ему вызов. Перевод фильма осуществлен на студии корпорации «Арена».